действовать. Юлька, мне выпала задача начинать с такого чувства вины. Наталья назвала это выступление мастер-классом, но, конечно, мы получится его в полной мере провести. Однако у меня есть надежда, что хотя бы в какой-то мере это будет не просто такая лекция или доклад, но мне удастся вовлечь вас в небольшую работу над собой. Мы попробуем сделать парочку маленьких упражнений, если вы захотите, конечно. И чтобы мы не просто послушали, но немножко прожили, поисследовали себя. И тем самым я надеюсь, что тот материал, о котором мы будем говорить, будет гораздо более живым, чем если просто мы слушали лекцию. От вины к свободе, так называется выступление. Также называется тренинг, который мы ведем с Мариной Сергеевной Филоник. Она следующая выступающая, известный православный психолог. И прежде чем начинать, собственно, говорить об этой теме, нужно на старте предварительно обсудить два вопроса, которые обычно возникают, когда начинаешь об этом рассказывать. Первый вопрос – это развлечение вины и стыда. Нужно ли это развлечение здесь, в данном выступлении, как это различается? И второе, может быть, более важное – это отличие невротической вины от вины нормальной. Правда, первый вопрос. Стыд и вина. Ну, в нашей обычной речи, такой повседневной, как-то интуитивно вроде бы понятно, что они должны различаться, но начнешь копаться, так, что называется, виной, что стыдом, и обычно начинаются какие-то пересечения. Кто-то так считает, кто-то так, какие-то ситуации можно и так называть. В общем, в обычном языке нет такого ясного, четкого различения. Поэтому в науке приходится делать специальные усилия, потому что эти категории определять. Есть разные подходы, как это сделать, как различать. Ну, каждый из них в чем-то выгоден, в чем-то не очень. Ну, мне, например, наиболее близок такое развлечение, и оно может быть важнее для того выступления, о котором сейчас идет речь. Это когда мы так это различаем, что вина касается скорее каких-то некоторых наших поступков по отношению к чему-то. А вот со стыдом связано такое чувство собственной плохости, когда я на себя, как на личность, на человека смотрю с каким чувством неполноценности. Я в чем-то плох, что-то нехорошо во мне в целом. Один из способов таких развлечений. И вот если мы говорим об этом, то мы видим, что начнем разбирать какие-то конкретные ситуации наших с вами вины, скорее всего, мы увидим и почувствуем такой фенологический такой комплекс стыда вины. Стыда можно прямо через дефис так это себе представить. Потому что если наша вина носит хронический характер, то в нее, безусловно, вплетены и поддерживаются таким ощущением собственно, неполноценности, собственно, нехорошести, собственно, ущербности, и тогда это в большей степени простых будет. А естественно, собственно, нехорошести ведет за собой постоянное обвинение себя за неправильные поступки и так далее. Причем, по крайней мере, в данной ситуации выгоднее говорить о таком комплексе стыда и вины. Поэтому, когда вот говорите вина, имеем в виду, что стыд мы сюда присовокупляем тоже. И второй более важный вопрос. Вот отличие вины невротической от вины нормальной. В общем, и православная антропология, и психология тоже не против вины, и даже часто за. Но нормальной вины. Что это такое? Как это можно себе представить? Нормальное переживание вины. Мы с вами, наверное, все с этим знакомы, что когда-то нас вдруг охватывает такое открытие, что то, что мы сделали внутри себя или вовне, по отношению к кому-то или по отношению к себе, это неправильно, нехорошо. Голос совести. Здесь нужно некоторое мужество, понимание необходимости этого, выстоять перед этим чувством, не как-то не затереть это внутри себя, не забыть, принять это. И это довольно
быстро у нас возникает ответ, как можно эту вину искупить. Может быть, нужно открыто признаться в этом, может быть, нужно просить прощения, что-то сделать, чтобы искупить вину, покаяться, исповедаться в этом. И когда мы это делаем, то приходит чувство такого освобождения, спокойствия, гармонии с собой, со своей совестью. Это такой идеальный вариант. Ну вот примерно все, что вокруг этого, вот такое переживание вины, это в данном случае мы говорим о таком нормальном чувстве, нормальном переживании. Ну, довольно давно, еще с самого начала развития психологии, было отмечено, что у многих людей чувство вины носит такой хронический характер. Как это чувствуется, как это ощущается? Ну, мы можем вдруг себя поймать на том, что мы почти всегда виноваты. Это какое-то странное, нелогичное, если так снаружи, со стороны на это посмотреть, но изнутри очень остро переживаемое чувство собственной такой плохости, нехорошести, часто за малейшие проступки, да даже и не проступки вовсе, там, нам наши друзья и авторитетные люди со стороны, кого мы спрашиваем, совета, могут говорить, что это ерунда, просто не думай об этом. Но мы не можем не думать. Нам кажется, что мы ужасно виноваты перед собой, перед людьми. Нам кажется, что мы очень плохие, что есть какое-то чувство отчаяния, безнадежности, беспомощности в том, чтобы исправить себя. Это чувство, если над ним не работать, если есть такие предпосылки для его усугубления, становится, проявляется все чаще и все острее, но в конечном счете это ведет к депрессии и уже довольно тяжелому расстройству. Вот об этом чувстве, иногда его называют невротическим чувством вины, иногда хроническим чувством вины, об этом чувстве идет речь в нашем тренинге и в том, о чем мы сегодня будем говорить. Еще один такой интересный факт. Замечено было довольно давно, что вот невротическое чувство вины характерно постоянными самообвинениями. Человек сам внутри себя ругает, постоянно кажется себе очень плохим. Но при этом это не добавляет ему смирения. Такой человек, как правило, довольно болезненно и очень относится уязвим к критике. И он не может на него спокойно реагировать. Он жаждет и хочет, хотя, может быть, не всегда в этом признается, хочет похвалы, хочет, чтобы похвалили и не обращали внимания на его проступки. Поэтому как раз здесь не стоит заблуждаться, что иногда хочется сказать, ну вот нам же нужно это чувство вины, пускай так, пускай как оно какое-то гипертрофированное, но это же хорошее чувство, это же смирение. Нет, но в реальной практике все-таки это не смирение. От того, что ты все время себе говоришь, что ты плохой, смирение не приходит, ты наоборот будешь хотеть и невольно стараться вызывать своими поступками, словами, каким-то особым поведением, стараться вызывать положительное к себе отношение со стороны людей. И у тебя не будет способности спокойно и с достоинством выдержать критику и работать над собой. Мне все-таки хотелось бы, чтобы это выступление не было монологом, поэтому я буду иногда к вам обращаться, и, может быть, у вас будет возможность как-то откликнуться на мои слова. И вот сейчас я хотел бы это сделать. Откликается ли то, что я говорил сейчас про невротическое, вот это хроническое чувство вины? Может быть, вы в себе такое наблюдаете, может быть, вы знаете это по своим знакомым. Если да, то, возможно, вы могли бы кратенько это описать для пополнения такого нашего багажа, этой феноменологии, чувства вины. Хотел ли кто-нибудь сейчас высказаться? Нет, чисто личное. Тут вопрос именно в таких личных впечатлениях от самого себя. Да, вот, главный вопрос такой, откликается ли то, что вы это. Можете ли вы в себе такое найти в первую очередь? И как это у вас проявляется? Не могу сказать, что это чувство, оно непродуктивно. То есть это какой-то замкнутый круг,
когда ты ходишь по этому чувству вины, такой своеобразный тупичок такой, да, такая арена, по которой ты ходишь, ходишь, и выхода нет из этого. В какой-то момент ты понимаешь, что нужна помощь совне, потому что если она не придет, то... Да, 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 спасибо большое. Действительно, это очень, очень явно подмечено. Действительно, там такой есть какой-то порочный круг. Иногда чуть становится легче, ну, в какие моменты? Ну, когда как что-то такое хорошее, там, тебя похвалят или что-то, тебе, ну, ощущение, что все в порядке, на время становится легко, но очень быстро это пучина тебя... заново поглощает. И, ну вот как ни странно, даже покаяние исповедь не приносит облегчения, или временно приносит облегчение. Но если чем дальше это чувство усугубляется, тем оно все больше и больше проявляется, и в том числе таинство здесь не приносит такого хорошего чувства. Как вам удобно? На исповеди одну и ту же свою проблему выносят к священнику, и это не приносит ему облегчения. И когда в каких-то случаях в разных храмах находятся священники, которые говорят, это не от Бога, это от Духового, он тебя снова и снова, и Бог милости, он тебя простил уже, а человек сам себя не мог простить. Вот как раз на тренинге. Да, да, вот мы сейчас попробуем провести такую маленькую работу, которая, ну, отчасти покажет путь, который мы на тренинге стараемся проводить. И, ну, это один из путей, как можно работать над собой вот в таком случае. Спасибо большое. Вы знаете, вот очень соотлично все, что вы сказали. Только вот у меня, допустим, проблема, что я не чувствую свои, то есть я исповедовала эту ситуацию, мне сказали, что моего греха здесь нет, да? То есть я понимаю, что это была не моя вина, но тем не менее, вот очень болезненное восприятие на критику, хотя опять я говорю, это не твоя вина, это вина как моего другого человека, но все равно опять за какой-то круг похвалили, стало легче. Опять, неважно, человек сказал, и опять все покатилось. Да, действительно. То есть тут что вот из этого примера можем понять, что, ну, такое рациональное как уговаривание со стороны и сам себя, что, ну, это извинить себя не за что, действительно нет, это поступок нормальный. То есть нормальная, она, ну, в таком случае невротически, как правило, не приносит облегчения. Нужно что-то больше, то есть просто проблема глубже, чем такая оценка, действительно ли это чувство. Это все-таки связано с таким ощущением, чувством собственной неполноценности, а это, ну, это глубиннее, глубже, и не так легко до этого добраться. То есть такие просто разумные аргументы не помогают на нужную глубину здесь. Вот, мы можем с вами говорить о таком тоже комплексе переживаний. Это, ну, вот, чувство вины, чувство стыда. Еще из того, что вот мы с вами называли, это чувство неполноценности собственной. Это страх оценки. Ну, вот, пожалуй, все. Что-то еще вот вокруг этого довольно много тревоги, такого напряжения. Если это тоже усугубляется, это начинает влиять на уже жизнь человека, на его социальную, в частности, жизнь, на духовную тоже. Но в частности, человек, например, может, боясь такой самопрезентации, боясь негативной оценки, значит, он боится, что себя представлять, чтобы попадать в ситуацию до оценки, значит, он может, ну, например, не идти на какую-то работу, там, бояться какой-то должности, каких-то проектов и так далее, там, где он окажется под взором и под оценкой других людей. Хорошо. Сейчас я предлагаю нам всем с вами чуть глубже поисследовать свое чувство вины, о котором сейчас идет речь. Может быть, для вас и не характерно, но в той степени,
такой вот невротической степени. Ну, возможно, есть какие-то отголоски, есть какие-то ситуации, когда что-то есть похожее, и это тоже может быть сейчас предметом такого исследования. Как мы будем это исследовать? Вот в рамках нашего тренинга «Ответы к свободе» мы создаем вместе с участниками этого тренинга два портрета. Первый портрет – это портрет своей вины, а второй портрет – это портрет свободы. Там есть много разных упражнений, но вот мы немножко с вами эту работу сделаем. Какие-то основные черточки, такой эскиз портрета вины сейчас попробуем себе сформулировать, найти, исследовать, и потом перейдем к портрету свободы. Итак, портрет собственной вины. Если это вам сейчас удобно, вы можете так чуть-чуть углубиться в себя и вспомнить, возможно, какие-то ситуации, типичные для вас, каких-то людей, перед которыми вы испытываете чувство вины. Возможно, придет на ум какая-то одна из последних ситуаций, которая была. А может быть, вы просто очень хорошо знаете это состояние внутри себя, и вам совсем не сложно будет к нему обратиться и чуть прикоснуться к нему. И если можно, то я хотел бы вас попросить, чтобы сейчас ваше тело отозвалось на это чувство. Попробуйте поискать ту позу, которая соответствует такому максимальному чувству вины внутри вас. Если это неудобно сейчас, если вы испытываете чувство вины или стыда, чтобы садиться в эту позу, то просто почувствуйте тенденцию такой внутри вашего тела. И я пишу, как это часто бывает, не обязательно, что у вас так. Очень часто хочется голову наклонить, как-то убрать ее в плечи, а плечи поднять, и напрягается что-то, вот в плечах напрягается, в шее напрягается. Что-то сжимается, обычно ноги там как-то не могут себя свободно чувствовать, напрягаются, как-то руки неспокойно, все какое-то скукоженное такое становится. Сейчас несколько секунд почувствуйте, как ваше тело на это отзывается, какую примерно позу вины оно принимает в вашем случае. Да. Пока что внутри себя так это как-то почувствуйте, назовите. И вместе с телом вы можете почувствовать, как ваше лицо, на ваше лицо находит маска вины. Что это такое? Попробуйте сделать эту маску. Если вам удалось почувствовать свое тело, потом довольно легко придет ощущение, а как вы внутри себя ощущаете себя внутри чувства вины. Пробуйте назвать для себя, сейчас не вслух, а про себя, несколько характерных, таких емких слов, названий своего состояния. Я назову несколько тоже распространенных. Горечь, напряжение, безысходность, отчаяние. Пробуйте найти 2-3 собственных слова или словосочетания, которые хорошо описывают, как вы чувствуете себя внутри, в этом чувстве, если вы усилите в этом чувстве вины. Теперь можно почувствовать вернуться, вернее, вокруг, внутри себя, внутри этого портрета вины, и посмотреть на нее чуть шире, как на сцену. Есть ли там другие, обвиняющие вас, перед которыми ваше чувство вины с готовностью появляется? Кто это? Может быть, это конкретные люди в вашей жизни? Так, наверное, и есть.
Но если вы посмотрите на этих конкретных людей, возможно, вы сможете понять какие-то типичные черты других людей, перед которыми ваше чувство вины сразу же появляется, сразу же возникает. Что это за люди? Какого они возраста? Какого социального статуса относительно вас, может быть? Если у них, может быть, характерные словечки, интонация, выражение лица, которое вы видите, которое это тут же отзывается стыдом, виной внутри вас. Какой-то способ обращения с вами, который вызывает у вас эти чувства. Если вам удалось немножко увидеть этот образ другого, то вы, наверное, сможете понять, а в чем, каким вы считаете, каким видится этот другой. Обычно он в чем-то лучше, чем вы, а вы перед ним хуже. Может быть, он умнее, а вы глупее. Может быть, он компетентнее, красивее. И тогда вот эта противоположность, это будет основа для ваших самообвинений. Самообвинение вашей вины. Я некомпетентный. Некрасивый, неумелый, ничего ни на что не способен, неуспешный. Подержите еще некоторое время перед собой этот портрет, эту сцену. И, может быть, это будет очень хорошо, если вам придет такое общее название всей этой сцены или самого себя внутри этого портрета. Например, картина «Опять двойка» очень хорошая. Вот. Кто этот мальчик такой понурый на этой картине? Кто вы на этой картине? Как бы вы себя назвали? Вечный студент, вечный неумеха, что-нибудь такое. Может быть, вам не пришло хорошее название такого? Но какие-то наметки есть, и это можно для себя запомнить. И последнее, что мы сделаем в этом исследовании, представьте себе шкалу от 0 до 10, где 10 – это будет максимальное выражение вины и стыда, самое жгучее, самое болезненное, которое только можно себе представить, а 0 – это полное отсутствие. И вот ваше чувство вины в таких его наиболее серьезных проявлениях, вот как вы сейчас это в себе почувствовали, примерно какой, зафиксируйте, о каком уровне в этой шкале находится. 6, 7, 8, 9, примерно так. Найдите себя на этой шкале и запомните. Давайте в этом сейчас сделаем маленький перерыв и оторвемся от такого исследования себя, вернемся в наше взаимодействие, в наш диалог. Конечно, в таком немножко обстановке это может быть тяжеловато, так хорошо погрузиться и хороший портрет создать. Ну вот на наших тренингах мы стараемся это максимально полноценно делать, там есть и другие средства. Вот, но основная здесь задача – это такая задача разотождествления через рефлексию, рефлексивный взгляд такой на вот это состояние вины, когда мы начинаем через разные параметры его для себя определять и описывать. И когда мы
даем такое имя или схватываем метафорически, вот это, как мы обычно ощущаем себя вот, со стыд и вину. Это такое хорошее дает чувство ну, вот, понимания, схватывания, что вот такой я обычно в этом чувстве вины. Ну вот довольно типичные переживания здесь, и довольно часто такие метафоры приходят на ум. Например, вечный студент, не выучивший, не подготовившийся к экзамену. То есть я себя ощущаю постоянно как человек на экзамене, который не готов. Хоть может быть и готов, но все равно чувствует себя не готовым. Или там школьник, отвечающий тоже урок. Вот, это ну, тоже ситуация, которая, может быть, и имели место в нашем прошлом, но они вот так вот застыли внутри нас, и мы раз за разом в самых разных ситуациях, но вот близко к этому такое ощущение. Может быть, у вас какие-то свои есть такие интересные, емкие образы. Вот, и сейчас у нас есть ну, 3-4 минутки, чтобы поделиться, если кто-то хочет. Поделитесь, пожалуйста, если у вас есть ну, вот какое-то пришло хорошее такое описание, хорошая метафора, как вы себя почувствовали вот в этом исследовании, что такое ваша вина? Я бесполезный паразит. Бесполезный паразит. Отлично. Так. Не оправдал надежды. Не оправдал надежды. Да, вот иногда, знаете, иногда не какой-то не невроз, а вот ну, просто такой голос какой-то звучащий со стороны, да, в данном случае это такой не оправдал надежды, это голос со стороны того другого, скорее всего, так могу предположить, да, как будто он звучит. Вот ты как бы не оправдал надежды, да. Нашколивший ребенок, да. Вот это интересно, что если вот в этом самом исследовании вы попытались бы свой возраст определить вот, внутри этого чувства вины, да, то там как раз, ну вот это как раз возраст, когда и появляется у человека первое чувство вины, мы начинаем регистрировать в исследованиях таких с детьми, ну, начиная с 4, там, 4-5 лет, ну вот обычно это 4-5, 6-7, чуть-чуть позже, может быть. Чаще всего вот этот возраст приходит на ум. 12 лет еще тоже подростковый. Да, да, но это уже, да, это может быть там что-то такое зафиксировано, фиксация такая произошла на том. Да. Есть ли еще какие-то емкие названия? Вечный лентяй. Вечный лентяй, отлично. Но вот тут важно тоже, смотрите, отличать это. Это все-таки обвинение. И обвинение, как бы это так ощущается, что кто-то вам становится, ты вечный лентяй. И вы в ответ себе повторяете, да, я лентяй, лентяй. Это основа для самообвинений. Вот. А когда мы называем это чуть-чуть другое. Вот как бы такое метафорическое название. Ну вот как, допустим, от лентяя это перейти к студенту, да, вот как, ну, так себя не называешь, это нет такого названия, что я вечный студент, не выучивший урок. Но как бы, когда ты схватываешь в целом всю ситуацию, тогда приходит вот такое метафорическое как бы, определение. Хорошо. Спасибо. Можно это для себя запомнить. Это, если потом вы это возьмете для такой работы над собой, это тоже полезно. Характеристики вашего первого портрета, портрета вины. И теперь нам нужно в нашем исследовании, в нашей работе перейти к другому состоянию, к состоянию свободы от вины. Это я попрошу сейчас вас, если это удобно, еще раз углубиться и так почувствовать контакт вот с этим состоянием вины, которое мы только что исследовали. Вспомните, пожалуйста, какое деление на шкале у вас было. Найдите его, можно еще представить эту шкалу. Представить, что вы вот на этой отметочке находитесь. И заново пусть ваше тело чуть-чуть войдет в это, почувствует то самое напряжение, саму позу.
лицо тоже отзовется. Можно еще раз произнести для себя тот образ, ту метафору, те слова, которые соответствуют чувству вины. И когда вы хорошо это почувствуете, мы можем с вами опуститься на одно деление по этой шкале вниз. Чуть больше свободы. Это чувство вины чуть рассеивается. И пусть ваше тело отзовется в первую очередь. Может быть, что-то расслабится, пока внутри себя это чувствуете. Может быть, захочется чуть-чуть изменить позу. Может быть, чуть-чуть разгладится черта лица. Еще на одно деление вниз. Еще меньше этого мучительного чувства, больше свободы. Что-то изменяется внутри. Может быть, вы можете почувствовать, как ваше дыхание изменится. Еще больше изменяется поза. Может быть, телу захочется сесть как-то по-другому. Еще одно деление вниз. Еще больше изменений. Может быть, вы почувствуете, что что-то в самом вашем естестве, в самом вашем ощущении себя изменяется. Какое-то другое ощущение, другое чувство. Как будто бы в этих изменениях какое-то другое «вы» начинает проглядывать. Более свободное, может быть. Еще опускаемся вниз. Сейчас. Дайте себе свободу опуститься по этой шкале настолько, насколько вам хочется. И с каждым делением все больше ощутите, как что-то внутри вас меняется. Что-то расцветает, дышится по-другому. Хочется смотреть по-другому. Чувствовать себя по-другому. Попробуйте посмотреть на тех других, которые раньше вызывали у вас чувство вины, на какие-то типичные ситуации, когда было чувство вины. Как теперь, в этом новом состоянии, как вы к ним относитесь? Как вы смотрите и видите этих других? Какие отношения вы готовы с ними вступить? Найдите для себя 2-3 слова, хорошо схватывающих, описывающих ваше состояние изнутри. Как вы чувствуете себя? Может быть, вслед за этими словами вам придет какое-то название этого состояния. Как можно было бы емко
в одном-двух максимум словах схватить это новое чувство, удержать его. Если вам это удалось, то можно постепенно вернуться обратно к нашему с вами разговору, взаимодействию. И если вы готовы, то можно поделиться. Если вам удалось это почувствовать новое состояние, новое ощущение себя, себя другого, то опишите, какие для вас здесь были важные характеристики, как это чувствовалось внутри. И, может быть, вот имя этого состояния тоже поделитесь. А если оценка была 8, ниже 4 не можешь пустить? 4 отличный результат. И как вы чувствовали себя в этих 4? Я почувствовал, что я снова принят в команду. Отлично. Да, отлично. Да, такое ощущение принятия, принятия вовлеченности, взаимодействия, какое-то общее пространство, может быть, да? Спасибо. Отлично, спасибо большое. Да. Я пришла к такому итогу, что могу все с Божьей помощью. Самый лучший ответ. Что, я за вас повторю, что могу все с Божьей помощью. Да. Мне кажется, результат, смотрите, это же есть тоже изменение внутри нас, что мы готовы к этому диалогу, готовы к этому разговору. Потому что если мы охвачены невротическим чувством вины, то мы сами часто не готовы к разговору с другим. Мы так боимся критики, негативной оценки, отвержения, что мы не с собой приходим. Мы, даже на исповедь часто мы тоже приходим с какой-то маской, какой-то своеобразными, характерными для нас словами, способом изложения наших материала. То есть тут какой-то нет такой внутренней себя, что ли, свободы, такой аутентичности себе, когда мы приходим. Мы боимся, что нас сейчас обвинят. Вроде бы, а вроде бы и боимся, что обвинят. Точно так же это и препятствует диалогу с теми нашими другими, нашими близкими часто, с которыми мы могли бы все обсудить, обговорить, решить что-то, но мы это боимся, тревожимся, у нас это не получается. Вот, в том числе это такое изменение состояния может и этому тоже способствовать. Да. Я хочу просто вас спросить, когда, допустим, женщина идет на консультации,
она говорит о себе в мужском роде. Я пошел, я сделал. И чувство, которое выражается вот самому перед собой, как бы во втором лице разговаривает человек. Попробуйте, может, объясните, что это. Ну, довольно сложно так интерпретировать, но я бы просто поисследовал. Это же всегда, ну, мне кажется, что нам важно, помимо каких-то внешних таких, ну, готовности как-то интерпретировать это, уметь с клиентом вчувствоваться, ну, вот в ту, как бы, феноменологию, да, в те переживания, которые соответствуют вот этим вот проявлениям. Вот, поэтому я бы просто предложил с клиенткой, как бы, включиться в такое, как бы, исследование. И вот там почему-то вам хочется называть там себя мужским роде. Что-то в этом для вас как-то это звучит. Почему-то вдруг это так срабатывает, вдруг приходят эти слова. Попробуйте так выговаривать, какие здесь у вас ассоциации появляются, что это, с чем это связано. Какие-то, может быть, слова отдельные, пока еще не связанные, какое-то целое объяснение. Вот это примерно так можно делать, вчувствуясь, входя, и у вас появится материал, обязательно клиент вам что-то начнет говорить. И тогда это будет материал для такой уже интерпретации, но на основе конкретного материала, вот, который проявился вот в этом взаимодействии с клиентом. Это лучше, чем если мы как бы, ну, на пороге у нас есть какая-то теория, которая как-то это объясняет. Лучше вот так изнутри взаимодействия, изнутри чувствования. Раскрывает. Может быть, так, да, но это нужно исследовать. Так, ну, как бы сложно это сказать заранее. Хорошо. И сейчас у нас будет возможность для такого уже итоговых вопросов. Я в конце просто хотел сказать два слова о том, какой, мне кажется, психотерапевтический эффект вот такого действия, вот этого портрета вины и портрета свободы от вины. Что мы делаем, по сути, и почему это полезно, как мне кажется. Первый здесь эффект такой, что, ну, немножко я начал уже об этом говорить, что когда мы способны разосуществиться с этим чувством вины настолько, что можем как бы снаружи на него посмотреть и очень ясно, точно и метафорически, и разными способами описать его, емко описать. Это что с нами происходит? Это значит, что мы уже не совсем внутри этой вины, а мы частью себя снаружи и смотрим на него. Частью внутри, частью снаружи. Это уже дает нам возможность для некоторого, ну, не полного, конечно, некоторого контроля, свободы и возможности работать над этим чувством. Дальше поиск вот этого другого свободного состояния, чего-то противоположного состояния. Это тоже способствует такой еще большей объективации этого чувства, еще большего ощущения себя вне него. Это такая своего рода манипуляция, как бы, этим чувством, а манипулировать мы можем тем, что, ну, как бы, феноменологически находится не внутри нас, а извне. Мы как бы с этим что-то делаем. И это тоже способность контролировать и как-то работать, потенциальная способность. Дальше, какой здесь еще эффект? Вот в этом портрете свободы понятно, что мы не можем такими быть, как мы чуть-чуть сейчас почувствовали, оно очень быстро сеется, это чувство. Но это некоторый для нас ориентир. Если мы хотим продолжать работать над собой тем или иным образом, это ориентир, кем мы можем быть, какими мы можем быть, как мы можем относиться внутри себя, как мы можем, ну, тем же близким относиться, в каких отношениях с чувством вины мы можем быть более здоровы. Вот. Это такой, как бы, свет в конце туннеля, к которому мы можем идти. Вот. И последнее, мне кажется, что вот такого рода работа, она способствует постепенному проявлению и выращиванию в себе, ну, другой, ну, других таких качеств личности, что ли. Но отчасти, можно сказать, даже чуть-чуть другого себя. Вот в этом портрете свободы от вины это не просто какое-то механически противоположное состояние. В этом, при таком глубоком исследовании, начинают проглядывать глубинные, такие глубинные основания личностные, ценностные основания. На чем я хотел бы стоять, как я хотел бы, как для меня правильно, хорошо, гармонично в мире с Богом было бы ощущение самого себя и себя в отношениях с другими.
И понятно, что над этим взращиванием нужно работать. Это только первые росточки такие, которые мы здесь ощущаем. Вот. Но это тоже такая работа. И в тот момент, когда вот эта новая личность станет крепче, живее, наполненнее, чем привычное для нас чувство вины, у кого оно есть, вот тогда произойдет настоящее изменение, которое будет рожаться и в реальной жизни. А ну, сейчас, ну, у кого есть это чувство вины, противоположное происходит. Мы постоянными самообвинениями, постоянным таким, ну, как будто этим ощущением себя вот в этой пучине вины, мы поддерживаем и как-то бы насыщаем, укрепляем вот это невротическое чувство вины. То есть этому нужно что-то противопоставить, что-то другое, и вот в этом портрете свободы появляется такая возможность. Вот. Хорошо. Большое спасибо. И я готов ответить на вопросы. А если есть вопросы, руки поднимайте. Я хотела бы задать вопрос, ну, как бы, из личной практики моей, моих визитов в храм. Когда я прихожу в храм, для меня обычное состояние, то, что мне хочется плакать. И, как бы, это состояние становится чем-то, каким-то необходимым условием моего прихода в храм. То есть, если я прихожу, и у меня не появляются слезы на глазах, если я пришла, помолилась в любом виде, поплакала, то есть, как-то вот уже годами, да, выработалась, я зря пришла в храм. То есть, меня удивляют люди в храме, которые улыбаются, может быть, разговаривают друг с другом там время от времени, да? То есть, мое состояние нахождения в храме, пребывания в храме, это состояние такого внутреннего очень сильного напряжения, состояние вот такого, ну, то есть мне хочется плакать, я не имею права на другое. То есть я считаю, что я не имею права быть в другом состоянии храма. Вот скажите, пожалуйста, насколько это адекватно? Для меня это очень важно. Спасибо. Спасибо вам за такой, честно, открытый рассказ о себе, о своем переживании. Мне кажется, что, как и, ну, всегда, вот, как и в предыдущем вопросе, очень сложно так извне дать вердикт. Как бы, это очень плохо. Ну, если я так скажу, что у вас будет еще больше чувства вины, больше напряжения. Как раз вот такая работа с чувством вины и с чувством стыда, она тогда хороша, когда мы самому человеку, ну, в данном случае, отдаем это право судить самого себя. Ну, в какой-то степени, конечно, мы неполноценны, это не в смысле такого беззакония, что я делаю, что хочу. Но в каком-то смысле это важно, что мы можем и на себя опираться тоже. Вот, поэтому, ну, будь у нас с вами уютный кабинет, психотерапевтический, такая хорошая атмосфера, свобода, то я бы просто расспрашивал вас о том, как для вас это самое это чувство, насколько вам кажется это неправильно, насколько это напряжение для вас тяжело, и есть ли у вас такая жажда каких-то иных способов переживания, ну, нахождения в храме религиозного чувства. И если она есть, действительно, то мы могли бы с вами пытаться их, ну, прикасаться к ним, как-то нарабатывать, ну, такой, другие возможности, другие способы переживания, прикосновения к храмовому пространству, к Богу, в том числе, благодати. Вот, я думаю, что вот так бы мы шли, то есть не хочется давать какой-то вердикт такой со стороны, я думаю, это вопрос такого нашего исследования совместно. Друзья, вот, ну, мне напоминают, что тут как бы есть ограничение по времени. Я предлагаю один еще вот сейчас ограничиться одним вопросом. Да, вот. Я прошу прощения, просто здесь вот уже, ну, как бы было ожидание очереди. Скажите, пожалуйста, я не совсем поняла, вот все-таки критерии, когда с чувством нужно вины работать, а с каким чувством не надо работать. Mm-hmm. Может быть, вы пример свой приведете, а я вам как бы свой пример. Скажем, командир батальона, который отправляет ребят на войну, на сражение, и они там гибнут, у него чувство вины.
Вот с этим это чувство вины по-вашему это невротическое или все-таки оно не невротическое? И какой критерий, как вы их разводите, с каким чувством вины работать надо, с каким не надо? Да, нет, командир батальона, мне кажется, что это нормальное и вполне естественное чувство вины. Оно может стать невротическим, болезненным, если человек не сможет каким-то образом с этим что-то сделать, то со временем оно может стать хроническим, и такие могут быть здесь переживания посттравматического расстройства, они часто связаны с этим тоже, с чувством вины. Вот, то есть это может перейти в такую болезненную фазу, но просто как переживание, по-моему, это вполне естественное чувство. Вот. А главный критерий такой. Нормальное чувство вины – это чувство вины, которое в некотором нашем мужестве вполне способно… мы находим средства для его искупления. Это может быть покаяние, это может быть поступки какие-то и то, и другое, но мы явно видим этот путь искупления, и когда мы его проходим, возникает чувство освобождения. Ну, это некоторое такое… не научное описание, не строго научное, но примерно, мне кажется, на него можно ориентироваться, это нормально. А вот невротическое чувство вины – это то, которое неизбывное и навязчивое. И вы пытаетесь искупать каким-то образом его, и вся ваша жизнь постепенно превращается в это странное искупление и ощущение там, самообвинений таких. Но оно никуда не уходит или уходит совсем на время и потом возвращается. Это навязчивое, хроническое, как это называют, чувство вины. И по малейшему поводу, да, незначительному поводу, да, и нам все говорят, ну вот как здесь было, что это не, даст, ну, это не нужно за это испытывать, такое сильное чувство вины, это ерунда, не страшно, но мы не можем от этого отказаться, у нас это очень болезненно, и мы уязвимы даже таким маленьким проступком. Вот это главный критерий, мне кажется. Не вопрос, можно Ну, просто, да, реплика и все. Да, короткая реплика, да, потому что у нас на самом деле насыщенная программа. Тут про каждую тему можно работать. Я позволю себе поделиться с тем, просто вы немножко по-другому сказали, очень кратко. Из своей практики работы, я много работаю уже, да, чувство вины здоровое, как я это называю, оно не приводит к чувству своей плохости, как последствия потери сил и депрессии. То есть здоровое чувство вины, оно не лишает энергии. Не лишает возможности действовать, мыслить ясно и четко. А невротическое или чувство вины ложное, как я это называю, оно отнимает силы, энергию, и впоследствии, да, вот это чувство плохости, страх отверженности, стыд, ну, вот так вот цепочки. Спасибо. Спасибо большое, и спасибо всем, кто слушал, кто участвовал. Это очень важно, чтобы такое здесь было общее взаимодействие. Спасибо вам.